Всем привет, с вами снова я, Марс Воробей, и сегодня мы продолжаем играть Ирари по сети. За кадром мы немножко сходили в джунгли. Вернее, Гриша. Ну, да, это я. Гриша, вот в сундуке лежит все, что тебе нужно, вот здесь, в сундуке. А в моем что? А в твоем тоже все самое нужное, так и проверю только. Ну что ж, мы будем продолжать играть Ирари. Так, посмотри, что у тебя в сундуке, у тебя тут хлыст и сердечко. Ага, то есть в сундуке у меня брать все, что тут есть, да? Да, как и в этом. Но мы продолжаем. Так, Пинки. А, Пинки, давай убей Пинки, только поаккуратнее. Поаккуратнее, Пинки, с хлыстом. Вот, давай. Розовая милота, все. Ну, блядь. Все. Ну чё, ты забрала? Ничего не забрала. Я тоже. Ну ничего нет. Да погоди, сейчас закрусь, погоди ещё, ладно? Всё. Идём дальше. Угу, да. Вот теперь идём. Всё, готово. Используй крюкошку, опа. Теперь ты. О, нет! Нет. Вообще-то, это на меня. Другие мужики. Гриша, помоги. Почему ты? Так, ты вообще где? Я в зиму начала, чтобы установить. На вечеринку нет. В зиму, да? На вечеринку никакие. Вкусы. Так. Ладно, я прохожу. Все. Серьезная ситуация. Так, я иду. Так, Гриш, я тоже уже потихонечку. Да, нашел. Все. Закрываюсь в одной стороне. Буду держать ситуацию на максимум. Давай, буду тебя ждать. Все, закрываемся. Прекрасно. Все. Все, Гриш. Теперь нужно найти алтарь демонов. Ну да, но где? Ну, это в пещере, но мы тут. А в пещере, не забудь, там новые противники, пауки. Ой, боже. Факелки есть. Нет, у меня все закончилось. Ну, хорошо. Ай, аккуратнее, тут можно упасть и получить урон. Так, я потихоньку, я не получил урон. Я тоже. Алтарь! Простава, Гриш. Защищай. А я пока скрафчу. Слышала? Mm-hmm. Защищай. А я пока крафчу, все скрафтил. У тебя есть зелье? Нет, у меня зелье только один грибочек. Так один грибочек имеет телепортацию назад. Нет. Тогда давай-ка сначала разберемся, а потом. Так. На, тебе я пока что одно не хочу соединить. На, держи. Я пока что... А, вот сейчас. Всё, держи одно. Так, ты... Оно с правой стороны. Так, всё. Игры защищают, там паук. Да, я вижу кровавый. О, вот, всё, я взяла. Всё, телепортируйся срочно. Всё. И мы ещё обещали победить Глазок Тухлый. Да, Глазок Тухлый мы не обещали, но мы это сделаем. Ладно, а то мы будем арену строить или нет? Конечно, будем арену строить. Ну тогда пошли. Да у тебя вообще блоки есть? У меня только глина 10 штук и земля 300... 300 земли? 314. Эй, почему тогда у меня 146? Хочешь, я тебе могу дать? Не надо. Пойду. Всё, я нашел место, где буду строить. А я в пещере. В пещере? Моей, которую я сама сделала. Так, хорошо. Окей, давай. Ну что же, пора наконец-таки убить этого глазика. Да. Так, еще пока нельзя призвать. Подождем еще чуть-чуть и будем сражаться. Ну что же.
Вы чувствуете чьё-то злобное внимание. Даже не пришлось крафтить призывалку, серьезно. Ну, значит, победим второй раз. Ну, да. Всё, это так легко. Почему у меня мешочка нету? Потому что ты не мастер и даже не эксперт. Ну, да, как значит еще разок? Согласна? Да. Он где-то внизу, Ксюш. Ладно, говорит, давай я заберу. Ладно, все, ты в прошлый раз забрала, теперь моя очередь. Окей, у тебя сколько сейчас золотых? Я не видел. Ну, ты мог посмотреть? Ай, у меня тут глазик, сейчас. Мне кажется, обычный мог бы там мог сойти. Да. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал, да. Всем пока.